Мэру города Сан-Педро, что в Мексике, можно искренне и от всей души посочувствовать. Ему очень не повезло, его жена просто крокодил. Причем в прямом смысле слова. Глава города решил жениться на пресмыкающемся, чтобы привлечь внимание к защите природы и принести своему городу удачу. Нетрадиционная парочка даже обвенчалась в церкви. Несовершеннолетняя, судя по всему, невеста в свадебном платье и с перевязанной мордой прибыла в Дом Божий на руках жениха. Интересно, как у них прошла первая брачная ночь?